Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня пересадка Brassa Lelia котлей Morning Glory Valentine Kiss. Этот гибрид у меня уже цвел домашним цветением, замечательными ароматными цветами. Я рекомендую вам приобрести такое растение. Оно довольно неприхотливое и легко зацветает. Что касается того, когда оно ко мне приехало, это июль 2018 года. С того момента, почти уже вот скоро год, оно мне не пересаживалось и росло вот в этом маленьком горшочке размера 2,5. Вы видите, сейчас у нас период роста. Не знаю, своей пересадкой, может быть, я собью ее желание цвести. Не знаю, посмотрим. Но в любом случае, сейчас, как я уже сказала, у нее удачный момент для того, чтобы ее пересадить, потому что корни растут мимо горшка. Ладно бы еще они у меня в горшочек росли, а так мимо, поэтому сейчас так экстренно ее пересажу вместе с вами. Для начала я освобожу ее от старого мха. Он здесь каменный, поэтому сделаю я это, наверное, за кадром. И мы посмотрим, сколько у нее корней. Что ж, достала ее из горшочка. Посмотрите, корней у нее довольно много. И чтобы освободить от старого мха, мне понадобится время. Так что встретимся чуть позже. Итак, потратила минут 10-15 под напором воды. Очистила корни от старого мха. Вот так у меня получилось. Новые корешки я никак не задела. Так что при пересадке они у меня не должны будут пострадать. И растение быстро укоренится на новом месте. Я сейчас просушу немного корни все-таки этого растения. А затем уже посажу в субстрат. Субстрат у меня будет самый что ни на есть обычный, который я сажаю. Котлеи, это кора, археата, все что угодно. Такой средней фракции, скорее всего, возьму. Может быть, поменьше, что-то побольше будет. В общем-то, еще нужно определиться с горшком. Добавлю, как обычно, угля и пенопласта. Ну, а пока что пусть растение полежит, просохнет. Хотя бы немножечко. Давайте посмотрим на корешки поближе. Замечательные корни у растения. Вот для такого растения корней здесь просто уйма. Я делаю вывод, что я, помимо того, что правильно поливала, растение все устраивало в моих условиях. Итак, моя Morning Glory немножко подсохла. Я беру стандартный горшок, отверстие я вполне вероятно сделаю уже позднее, сейчас просто хочу побыстрее ее посадить. А делать отверстие — это дополнительная трата времени сейчас. Здесь я подготовила субстрат. Как я уже говорила, здесь в принципе кора, археата, потом еще одна кора у меня, которая была. Я тоже порезала на такую фракцию, где-то сантиметр полтора, вот так вот, на полтора. Пенопласт и уголь. Так как горшок довольно великоват для этого растения, ну, скажем так, на вырост, то на дно я кладу пенопласт. Насколько могу, ставлю к краю горшка, насколько позволяют мне корни растения, да, я их не распутывала. То есть таким образом. В основание я положу пенопласт. Вот так. И можно приступать к заполнению горшка субстратом.
И здесь я уже добавлю просто архиат. И сейчас уже не буду ничего больше добавлять. Ни уголь, ни пенопласт. В общем-то, как есть. Заполню оставшееся пространство. Так. Добавим осмокот. Как раз где у нас примерно корни растения. В общем-то, просыпется куда надо осмокот. И поверху я, как обычно, положу мох. Мох я кладу всем растениям, патлеям в том числе, и их гибридам. На него лучше выползают корни новые, молодые, и, в общем-то, бережет относительно, конечно, пока вот они скрыты этим мхом, бережет от засоления, обжигания корней этот мох. Вот я сейчас проложу, и пересадка моя будет завершена. Вот она у меня полный рост. Теперь пересаженная, красивая. Есть еще претенденты у меня на пересадку, но это уже, наверное, в следующих видеороликах. Как-нибудь позднее я обязательно займусь еще пересадкой. Пока что пересаживаю порционно. Благодарю вас всех за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока.